Добрый день, ребята! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Мастер, художник, бутафорист. Зовут ее Светлана Александровна. Она у нас работает оформителем сцены, делает различные интерьерные вещи, украшения, объемные цветы. Сегодня мы будем с помощью ее мастер-класса создадим колосочек. Вот сейчас она вам покажет, что мы сегодня будем делать. Вот такие колоски сделать очень легко за один урок. За один урок. Вот колоски можно еще другие делать. А так гофрированные вот колоски делаются вот в таком объеме. Можно сделать маленькие, можно сделать большие. Можно ростовые сделать даже. Вот, совсем большие. Совсем большие. Вот мы делаем такие колоски. Сегодня мы делаем вот такие колосочки. У вас перед вами лежит бумага, лежат шпажки, все, что нужно для работы. Вам рассказали, что нужно делать, вырезать детальки и будем собирать наш колосочек. Ко всем подходим, поднимаете ручку, ко всем мы подходим, помогаем. Все понятно? Нужно 18 заготовочек. Значит, обводим. Положила. 9 штук здесь и 2 вырезаешь, сразу получится 18. Так. У тебя получается все? 16, ну, там дорежешь. Даже 10, нормально. Можно уже вырезать. Да. Верочка, бери ножницы, вырезай. Вырезай. Чем больше будет вот этих заготовочек, тем у нас будет объемнее колосок, и будет он смотреться лучше. Так, вырезаем. Детальки вкладываем. Но детальки предварительно надо вот таким образом растянуть. Все растягиваем. Вот так будем растягивать. Растягиваем. Нашу бумагу, она хорошо растягивается. Растягиваем. Вот так завязываем. Так. Она не может порваться? Нет, она не будет порваться. Делать очень легко. Так, потом дальше, вот смотрите, берем туда, вот растянули, вкладываем не рисинку, а вот буквально вот, ну буквально вот так собираем вот кучку, чтобы он не расползался, вот такую вот, и вставляем туда, и закрываем как конфету. И закручиваем с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Вот. Получается вот как конфетка. Вот просто конфетка. Видите? Так. Получается вот такая конфетка. Делаем таких 18 заготовочек. Если у кого-то что-то расползается, давайте мы будем клеить клеевым пистолетом. Либо заклеим просто клеем. Если у кого-то будет что-то разваливаться. Разваливаться мы можем просто шпажкой, другой шпажкой. Туго-туго. И вот делаем как конфеткой туда, скручиваем, чтобы ничего не расползалось у вас. Он там расползется, когда ему надо будет, чтобы шариком быть. И с двух сторон, вот видишь, получается как конфетка. Сейчас вот, молодец. Все получается, ну давай лучше шпажкой. Если ты хочешь так клеить. 16. Так, лишнее убираем. Если не будет хватать, дорежешь. Так, и ты поняла, вот как это растягивать? Берем вот двумя пальчиками вот так вот делаем. Да. Середину. Будет расползаться. Я вам проклею клеевым пистолетом. Ну пускай будет. Смотри, больше, ничего страшного. Будет два колоска, домой придешь. Делаешь, детальки возьмешь и доделаешь. Смотри, вот просто закрути. Ты вначале режь. Вначале можешь одну порезать, чтобы удобно было. Вначале одну порежь, одну, потом вторую. Давай. Возьми ножнички. Ножнички возьми. Давай, вот, смотри. Режь, молодец. Можешь вот так порезать, чтобы тебе удобно. Да. Вот таким я специально ромбиком, чтобы удобно так было резать. Режь. Да. Понятно, как растягивать? Да, конфетка, вы правильно делаешь. Ребята, знаете, еще вот если вот этот штук остается, вот я сейчас, наверное, вам сама нарежу. Если остается полосочка в нужном направлении на обмотку, нужно тоже сделать, вам будут полосочки такие, чтобы обмотать саму шпажку. Вот так вот? Да, вот. Теперь можно туда будет синтепон вставлять.
Плотно-плотно, смотрите, старайтесь вообще, чтобы очень плотно было. Так вот, друг друга туда. Лучше вот это, чтобы очень плотно было. Смотрите, какие колоски у нас получились. Мы сделали за один урок, используя желтую бумагу, оранжевую. Скажем большое спасибо нашему преподавателю, нашему художнику Светлане Александровне за очень проведенный интересный урок. Спасибо!